Привет. Это модификация к сталкеру, которая называется «Контракт на плохую жизнь. Эффект бабочки». И мне надо заработать 100 косарей. Думаю, после этого модификация закончится. И мы свалим. Блин, а вон моя бригада бежит. Один развернулся. О, минус. Давайте, давайте, зачищаем. Тут такая каплючная локация, и так много мутантов. Кто там мне платит-то? Ты? Отправляйтесь на базу и ждите меня там. Все идите за мной. Погодите, я кое-что забыл. Ладно, идите за мной. Я не хочу вас оставлять. Какая-то выгодная работа. Ну блин, ладно, бежим все вместе. Мы же команда. Ведь так? Оружие опусти, мужик. Ты не выпендривайся, иначе мы тебя пришьем. Тут можно артефакты вообще искать? Мне бы детектор получше. Сколько у меня денег? 18 тысяч. Мне нужно еще очень много заработать. Я бы свое снаряжение улучшил, вот только это дорого обойдется, поэтому не буду этим заниматься. Блин, вот купил бы кто-нибудь это. Здравствуй. Есть серьезная работа, мне нужны деньги. Есть кое-что, не сказал бы, что это очень серьезное дело, да и награда не сверхбольшая. Короче, нужно ученого одного сопроводить до деревни местной. Ха. Важно, живым и невредимым. Он тебе за услуги проводника на месте расплатится. Думаю, яйцеголовый меньше 15 штук за задание не отвалит. Так что, думаю, выгодно для тебя. А то мы все заняты, либо им лень. Так что, если хочешь позаработать, думаю, есть смысл помочь ему. До встречи. Попутного ветра. Блин, и банда тут моя. Выйдите, выйдите. Ладно, заходите. Все, а я выйду. Опа. Пришлось загрузиться. Здорово, брат. Я ваш проводник. Марк сказал, что вам нужно помочь добраться до местной деревни. Вы готовы сейчас выдвигаться? Да, я готов. Тогда пойдемте. Смотри, какое у нас сопровождение. Он выйти-то сможет? Расступитесь, братва. Может, мне и не выполнять эти задания, а бегать искать другие, чтобы мы такой армии все зачищали. А, то есть ученый тоже за мной бежит, да? Или что? Вот, до этой точки его надо сопроводить. Ладно, идем. Бежим, 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 пацаны. Бежим. Классно, бежим. Видимо, придется бежать в обход. Заодно вот эти точки зачистим. Серьезно? Серьезно, вот. Это несправедливость, я считаю, какая-то. Бежим скорее, если вы сдохнете, будет не круто. Бежим, бежим, бежим. Ученый там бежит, а то сдохнет сейчас. Тут есть койка где-нибудь, нет? Старший стоит. Так ты к нему обращайся. Я не пойму, ты торговец? Сталкер. Да, торговец. Вот это что такое? Мешочек с болтами. Ладно, я думаю, я вот это продам. Внимание. Выброс начнется с минуты на минуту. Ищите глубокую нору, если жить охота. Деньги мне понадобятся. Какая граната лучше?
с небольшим радиусом поражения. Ее осколки способны проявлять бронежилеты 7 метров. Ладно, вот это продам. Гранатами я не особо-то часто пользуюсь. Бухло какое-то, пиво. Водка. Вот это купим. Уже 20 тысяч накопилось. Как же громко. Ужас. Ты точно вот это купить не хочешь? И они все так стоят, ну, пялятся. Удачи тебе. Как у вас дела? Этот место себе найти не может. Ты чего так переживаешь-то? Успокойся. Или он тренируется быстро ствол доставать из-за спины. Все? Натренировался? Ну вообще крутой. Долго там этот выброс идти будет? Где здесь койка? Тут есть кровать же. Я бы лучше поспал. Где кровать? Просыпайся. Банда. Банда, вы готовы? Ну, привет. Ну, реально готовы, надеюсь. Где у меня еда-то? Пивко утоляет жажду, нет? Туман. Ладно. Бежим. Вы куда, прошу, подождите меня. Тогда беги быстрее, прошу. Может, кто-нибудь еще хочет с нами побегать? Утренняя пробежка, как раз 8:30. Эти сами по себе, он сам по себе. Хоть бы к себе его взяли. Вы могли вообще бы его в центр поместить и бежать вокруг него. Тогда бы он точно не сдох. Мы такими темпами будем бежать до утра. Гасите, гасите, гасите. Ученый пусть не сдохнет. Все, сдох. Снорк. Там кто-то бахает. Это кто такой? Теперь это принадлежит мне. Кушай гранату. Что здесь происходит? Хорошо приложил, гада. Давайте мы это просто обойдем. Парни, не расслабляемся, еще немного подождем. Не обращайте на них внимания. Они не в себе. Это что такое? Старый КПП. Ну блин, давайте быстрее. Ученый там жив. Так, мужик, чего ж там у тебя? Да, ну уже. Может, тут деньги есть где-нибудь? Водка точно есть. Кто-то тут бутылочку оставил. Антирад. Я надеюсь, вы не через здание будете бежать. Так, там следующие мутанты. Готовьтесь. Готово?
Ох, я думаю, ученый сдохнет. Он в первом ряду стоит. Давайте меня гасите. Отойди от него. Все. Все целы. Да уж. Долго нам бежать. Гасите. Я перезаряжаюсь. Спасибо. Кто-то контрольный сделал. Даже контрольную очередь. Тут тушканы будут. Отлично. Они отъезжают от одного патрона. Попасть бы еще. Стреляйте. Почему за мной только ученый бежит? Не смей его убивать. Где эти остолопы? А серьезно, почему они не идут-то? Куда они пошли? И тут тушкан куда-то убежал. Или это псина? Да стой ты. Надо к этим сходить, они обалдели, что ли? Чего встали-то? Болваны, алло. За мной. Бандиты дохлые еще. Ну и этих хотя бы гасите. Ученый и то боец получше, чем вы. Они стали за мной бежать, ничего себе. Да, бежите. Додумались, наконец. Ты сюда не беги. Он прям на нас их ведет, этих снорков. Глупый кабан, сдохни. Я так никогда здесь не заработаю. Стреляйте. Вы их не видите? Короче. Вы меня задолбали, я пойду сам воевать один. Кто там дальше? Да уж, хороший из вас проводник оказался. Надеюсь, ты... Ты бежишь, нет, придурок, блин. Алло! Эй! Осёл.
Нужно его прикладом ударить. Пока бежит, ладно. Главное, чтобы он опять не забаговал. Народ, бежим. Нам надо перебить этих. Тут не так уж много. Давайте, пожалуйста. Бегите. Кого здесь надо сгасить? Кто это? Тушканчик? Да, блин, возьми пушку. Все, одного тогда не добили. Идем. Еще одна точка. Да? Да. Сколько у меня денег? 33 тысячи. Нормально. Че там, псы, что ли? Не достреливаю. Ну, псы, это легко. Попадать бы еще. Надо отойти с линии огня. Да чего вы на меня-то прыгаете все? Ученого тоже не трогайте. Спасибо за помощь. Охота выдалась на славу. А деньги мне начислили? 6000? Они дали мне 6000? Раздобыть доклад о подземных путях. Идем. Он же сказал то, что за каждого не меньше 4. Или я их уничтожал и мне начисляли, да? Наверное, так. Потому что у меня до этого 20 было. Ну ладно. Все. Плати мне пятнашку. Как и обещал. Иначе я тебя грохну. Или плати, а потом я тебя грохну и продам твои вещи. Отлично. Мы на месте, спасибо. А вот и ваша награда, 16,5. Отлично. Неплохо, неплохо. Да блин. Деревня. А я не знаю, как еще деньги здесь зарабатывать. Тут еще задание-то есть, нет? Или на этом все, дальше крутись как хочешь. Заныкал волыну, пыр! Так, хочу кое о чем у тебя спросить. Работа мне нужна, а без понятия. Бывай. Вы бандиты, да? Бандиты. Может, замочить вас? Блин. Я откинусь, наверное. У вас деньги-то есть, нет? Мы друг друга убили. Ладно, я просто время тяну. Где можно заработать? Как можно заработать? Может, детектор найдет чего-нибудь? Тут что? Место падения Ми-24. Вот. Мне как раз нужны документы. Наверное, они там лежат. Сейчас посмотрим. Артефактов бы. Почему ты ничего не находишь? Тут нет сундука с деньгами. Ну и ладно.
Не больно он и нужен. Артефакт? Выбежал. Там еще есть. Что это такое? Колобок. Я надеюсь, он стоит нормально. В смысле? Я успел откинуться от чего? От радиации? Или там так жарко? Да как? В смысле, да уж хороший из вас проводник оказался, я ему еще нужен, что ли? В смысле, обратно его, что ли, надо будет вести? Да, у меня жизнь сжигается. Ладно. Вот сюда мне надо. Трупы надо осмотреть. Что это, колбаска? Хотя можно и такие патроны брать, чтобы их продавать потом. Правда, стоят они очень дешево. Вот это, наверное, документы. Ого, целая куча. Документы и карты подземных. Вот, это ему нужно. Которые могут вести прямо в Ржелез. Наклады, заметки, отчеты. Можно неплохо продать. Неплохо. Знать бы, кому это продать. Отлично. Документы нужны проводнику у меня. Вот это что такое? Может, там артефакт есть? Один тут точно где-то есть. Тихо. Также выходим. Все. Я бегу к этому ученому. Узнаю, нужно ли его вести обратно. Если нет, то пока. Наверное, мне этого хватит потом. А хотя я не знаю, за сколько артефактов я продам. Но говорить он со мной не хочет, ладно? Как хочешь. Значит, мне надо топать. Принести документы. Квестовый персонаж. А кто захочет у меня купить такие документы? Или любому можно их впарить? Ладно, наверное, надо бежать сюда. Так, я сокращу, нет? Что это? Привет, люди. Почему вы вечно воюете здесь? У меня есть энергетики. Что это? Геркулес. Я не нажимал Escape. Это вообще нормально? Все, мужики, отбой. Извини, всем конечно, спасибо, все свободны. Все уже бесплатно. Можно я с вами их обыщу? Ко мне! Ко мне! Держи аптечку. Да отвалите! Ладно, пока. Вечно они здесь воюют с кем-то.
побегу туда, спрошу там про документы, может, нужны кому. Осталось 45 тысяч накопить. Артефакты. Надеюсь, очень дорого продам. Хотя бы 1030. 4 штуки. Хотя бы. А в итоге мне дадут 1010. И придется потом еще бегать, искать где-то деньги. Никто больше мне работы не хочет дать. Ты. До встречи. Ты кто такой? Ну и отвали тогда. Документы нужны тебе? Я по поводу работы. Ах, да, конечно, в общем, у меня есть для тебя работа. Мне для тебя работы хватает. Что на примете есть? Вот в данный момент могу предложить 3 задания. Заметь, они очень даже хорошо оплачиваются. Ликвидировать отряд зомбированных. Беру все 3 задания. Торговля. Документы. На 4500. Неплохо. Артефакты 10. Этот бомжовский. Ну и эти бомжовские. Гранаты, держи, патроны. Ладно, убийство это выполним. Что это такое вообще? Сигареты. Мне это не нужно. Патроны, еда. Ладно, остальное мне нужно пока. Но я думаю... А он сразу не мог мне это задание выдать? Эти 3 задания. Я бы уже... все выполнил. Ну все, я думаю, этого-то хватит. Я не знаю, он до бесконечности будет тут задания подкидывать, или они у него кончатся рано или поздно. Кого убить мне надо? Это зомбированные, да? Мне бы прицел какой-нибудь. Да уж. Отъезжать они, видимо, не хотят. Ну, один минус. Хоть что-то радует. Давай. Вот это можешь обратно поставить. Того не вижу. Их 6 осталось. Блин, 6 зомбированных. Если потом еще подкинут мне дополнительных заданий, я, наверное, не буду выполнять. Потому что в них-то ничего особенного нет. Просто вот иди убей зомбированных. Проводи того мужика. Мутантов убей. Да, блин, я принял не то. Хватай скорее пушку. Он сейчас встанет. Трое. Давай, 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 давай. Торопись. Все, я почти закончил. Так долго надо мочить их. Хотя за них-то платят вроде как раз больше всего.
Уничтожить отряд. Ладно, я это все беру. Может, даже дробовик смогу продать. Почему у вас нет денег? Почему вы такие бомжи? Вас же никто до этого не убивал. У этого даже болт был, ничего себе. Он, наверное, самый крутой у них тут был. Этих я уже обыскивал, да? Следующая моя цель. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Пока.